Которые назначают мудрых сановников достойны большой похвалы, достойны большой похвалы. Отпушите, Павел Иванович, теленка на вертеле. Не могу. Но вы попробуйте. Не взойдет, нет места. Вы попробуйте, так потом скажете, не могу. Нет места. Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий, нашлось. Вы отведайте бараньего желудка. Скажи, скажи, или редьку звареную. Ну-ну-ну-ну. Куребятку на четыре поглощеки. А седра до вязики. Вот Мадера лучи не пива. А ты тоже. У вас время на вкус. Обмерженный вкус. Или пак. Вот бараньи бог. Скажи на печок, и слугам, слугам, да мозги, слабки, я на мозге, мозге. Согласно значки, точки, кнуточки, мне пушка на свиной сачок. Нет, шаитель, вы Павел Иванович, Павел Иванович. Сильно звук с нами вами, да насыкай самым носом. Скороду и шагишь, ты пряк, выпьяны, подружки, пирожки, выпьяны. Откушайте, Павел Иванович! Не могу. Отведайте белуги, а сестра да сёни, как сомчёнок, я сына, сыра, ты я с
сядет не кривая стык, крестит на соль. Пряжется на стыке в калаче, когда припеки с лаком. И прикормит, как фарзачок, как небом, и пулят в Thank you.
покое права доставили наслаждение. Признаюсь, еду я по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что точно увидит свет коловращений людей, не говоря уже о пользе. Геморроидальном отношении есть, так сказать, живая книга, та же наука, та же наука. А как вам показался наш город? Очень, очень хороший город. А как вы нашли нашего губернатора? Препочтеннейший человек, прелюбезнейший человек, а как вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей. А вице-губернатор не правда ли, милый человек? Очень, 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 очень достойный человек. А какого вы мнения о жене полицмейстера? Это одна из достойнейших женщин, каких я только знаю. Которых имеете вы.
ни громкого имени не имею, ни даже ранга заметного. Вы все имеете, все имеете, даже еще более. Позвольте одну просьбу. Я хотел выкупить крестьян. Не то, чтоб совершенно крестьян. Я желаю иметь мертвых. Которые вы, впрочем, значились как живые. Мне кажется, вы затрудняетесь. Я? Нет, я не то. Я не могу постичь. Извините. Я, конечно, не мог получить такого блестящего образования. Вы изволили так выразиться для красоты слога. Нет, 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 я разумею те души, которые точно уж умерли. Но не будет ли это негодие, не соответствующее видам России? Напротив, казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины. Закон! Я не имею пред законом. Так вы полагаете? Я полагаю, это будет хорошо. Хорошо. А если хорошо, другое дело. Я против этого ничего. Ты времена
карты идут. Мертвые души. Батюшки, беда, времена плохи, не урожай да убытки. Ох, батюшки, беда, а знаться человек поумирало. Работники. После того, правда, народилась, да что в них все такая мелюзга, одни убытки. Истлел и истлел, почернел, как уголь. Теперь никому лошадей подковать, лошадей ковать. Ох, батюшки, беда, времена плохи, не урожай да убытки. Батюшки, беда. На
все воля Божья, матушка. Уступите-ка их мне. Кого, батюшка? Да вот этих всех, что умерли. Я вам за них денег дам. Да как же? Нечто хочешь ты их откапывать? На что они тебе? Они ж мертвые. Я вас избавлю от хлопот и платежа. Да еще дам вам 15 рублей. Ну... Право не знаю, ведь я мертвых никогда еще не продавала. Цен не знаю. Дело точно будто выгодно, да только слишком новое, да небывалое. Ах, кабы не надул меня, зарья колхозная, я так куда-то лишь удачное время. Ах, кабы не надул меня, не продержи меня, не продержи меня, не продержи меня, не продержи меня. Так что ж, матушка, по рукам, что ли? Право, хоть отсмой, никогда еще мне не случалось продавать покойников. Право, я боюсь как-нибудь не понести убытку. Может быть, они больше стоят? Какие вы! Что ж они могут стоить? Рассмотрите, ведь это прах. Дело точно выгодно, да только слишком новое, да небывалое. О, кабы не надул меня, сам я попозная, да откуда, да еще ночное время. О, кабы не надул меня, не продержи меня, продержи меня. Право мое дело вдовье, лучше я по времени манейка. А вас понаедут купцы, да применит ценам. Срам, 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 матушка! Просто срам, ну что вы это говорите? Ну какое употребление можно из них сделать? О, быть может, там в хозяйстве как-нибудь под случай да понадобится. Как-нибудь под случай да в хозяйстве да понадобится, надобится. Мертвые в хозяйстве, куда ходили? Воробьев разве пугать по ночам в огороде вашем? Моя сила, какие ты страсти говоришь. Хорошо бы было, если б забирал он у меня скотину и муку. Да, кабы не надул меня, сам приехал поздно. Нет, откуда ты еще ночные времена? Кабы не надул меня, не продержи меня, продержи меня, не продержи меня, продержи меня. Лучше я вам пеньку продам. Да что пенька? А ей-богу, товар такой странный. Черт возьми! Я
за 15 ассигнаций. Надо съездить в город и там узнать, наверное, почем сегодня ходят мертвые души. Продах и втридешево. Ох, батюшки, беда, времена плохи, не урожай да убытки. Ох, батюшки, беда. Вот
тот лес, который синеет, и все, что за лесом, все мое. Эх, брат, а ярмарка была отличнейшая, уж так покрутили мы. Поручик Кувшинников, я знаю, что ты бы не расстался с ним, такой волокита, поверишь ли, простых баб не пропустил. Так, а я бестия, он это называет, а пользоваться насчет клубнички. Вот на этом поле русаков такая гибель, что земли не видно. Я сам своими руками одного поймал. Ноги. Эх, Чичиков, что бы тебе стоило бы приехать? Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило бы приехать? Браво, свинтус, ты за это скотовод эдакой. Поцелуй меня, душа, а к смерти в люди я бронец. На слез скажи, по совести, да тебе дороже. Отец родной, или Чичиков, скажу Чичиков, ей-богу Чичиков, ей-богу Чичиков, Чичиков, Чичиков. Эх, Чичиков, что бы тебе стоило бы приехать? Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило бы приехать? Право, свинтус, ты совет, скота, вот ты эдакой. Поцелуй меня, душа, а к смерти люблю тебя. Поцелуй меня. Не брал я в руки шапок. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки шапок. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки шапки. Ты меня-то отпусти. И не пущу. Жена будет сердиться. Пустяки, брат, не пущу и не думай. Не обижай меня, друг мой, право поеду. Пустяки, пустяки, мы соорудим сию же минуту банчишку. Сооружай, брат, сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии. Право нужно, брат, нужно доставить ей удовольствие. Рассказать о ярмарке. Пусть едет, что в нем проку. Ну, ее жену. Во!
дело станете делать вместе. Почтенная, верная, услуги оказывает такие, поверишь ли меня, слезы на глаза. Держи меня, как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю. Посовести. Взор! Души идут в 100 рубля. Довольно, если 50. Что за куш 50? Что за куш 50? Что за куш 50? Я включу у тебя щенка, но шерсть стоит вверх, как щетина. Просто мороз по коже продирает. Да зачем? Я не охотник. Так купи у меня шарман. Да зачем? Ведь я не немец. Экай ты права, сейчас видно, что двуличный человек. Что ж ты бронишь меня? Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько не брал я в руки. Это, брат, что? Отсади-ка ее назад. Кого? Да шашку-то. Какую? Нет! Нет! С тобой нет никакой возможности играть, эдак не ходят по три шашки в дуб. Отчего же по три, это по ошибке одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину из вас. А другая откуда взялась? Какая другая? А вот это что пробирается в дом? Ой, имена! Будто не помнишь! Не место вон где! Как? Где место? Да ты, брат, сочинитель! Нет, это ты сочинитель, да только неудачно! Заговорщи и не почитаешь, стану я разве плутовать? Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор больше никогда не буду. Нет, ты не можешь отказаться, игра начата. Я имею право отказаться, потому что ты играешь не как приличный, ты честному человеку. Ты никак нельзя говорить, как человеком близким, никакого прямодушья, ни искренности. Ты должен кончить партию. Помни все ходы, я заставлю тебя играть. Нет, дело кончено, я с тобой не стану играть. Так ты не хочешь играть, я хочу. Так ты не хочешь оканчивать партию, отвечай мне на обрыв. Значит, не хочешь оканчивать партию, отвечай мне на обрыв. Все помни, все
все ходы, помню все ходы, помню все ходы, помню все ходы. Я заставлю тебя играть. Нет дела кончено, нет дела кончено, нет дела кончено, нет дела кончено. Я с тобой не стану играть. Так ты не хочешь играть, я хочу. 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 Эй, портфири, эй, Павлушка, Серифа, Петрушка. Эй, портфири, эй, Павлушка, эй, Серифа. Помещику Максимову розгами.